Добрый день всем любителям рыбной ловли! Это видео будет посвящено современному плавсредству под названием Покрафт. В частности, детально рассмотрим фиш Покрафт, предназначенный для рыбной ловли, модель Танк, который производит компания Time Trial. Непосредственно сам Покрафт поставляется производителем в отдельном чехле, а сопутствующие к нему аксессуары в удобной гермосумке. Все изделия компактно уложены, что весьма комфортно для их переноски. При этом лодка обладает совершенно небольшим весом, в сухом состоянии не более 8 кг. Этот параметр позволяет отнести Покрафт данной модели к классу сверхлегких лодок, что, конечно, является важным в современной рыбалке – малый вес, компактность и универсальность. Гермосумка весьма легко раскрывается, высвобождая содержимое. Вместе с этим сумку отличает хорошая вместительность. Начну обзор с демонстрации принадлежностей, поставляемых в комплекте с лодкой Покрафт. Их несколько. И мы видим первые аксессуары сумки – надувная сидушка под названием «Подкова». Трубки держателей спиннинга в количестве 4 штук. Ремкомплект для ремонта и восстановления плавсредства. Универсальное весло-трансформер распашного и байдарочного типа. Таким образом, в зависимости от условий, появляется возможность адаптировать весло и заниматься греблей наиболее эффективно. Следующие принадлежности в комплект уже не входят, а по необходимости приобретаются отдельно. Каякарь, который можно применять как гермомешок, мягкое ведро или якорь. Надувной компактный страховочный жилет, который предназначен для водных видов спорта, сплавов и путешествий по воде. Конструктивная особенность жилета такова, что он состоит из двух отсеков, которые быстро накачиваются воздухом, приводя жилет в рабочее состояние. Универсальный ножной насос фирмы Браво для надувной лодки. Объем насоса 5 литров. Так как с базовой и дополнительной комплектацией Покрафта мы разобрались, можно переходить к демонстрации непосредственно самой лодки. В первую очередь обращаю ваше внимание на сумку, в которой хранится и транспортируется лодка. Сумка позволяет придать Покрафту наиболее компактные размеры, что, безусловно, важно для его транспортировки. К тому же она сшита из прочной ткани и оснащается удобной лямкой для наиболее комфортного, а также надежного удержания на плече. По моим ощущениям и наблюдениям при переносе, лодка в сумке за плечом совершенно не мешает и не стесняет движения. Вместе с этим освобождает руки. Сумка фиксируется прочным шнурком, который при развязывании легко и быстро позволяет извлекать лодку. При этом время на развертывание Покрафта уходит совершенно немного. Ведь он сконструирован именно таким образом, чтобы его можно было как можно быстрее разворачивать и подготовить к рыбалке, а по завершении эксплуатации не менее быстро сворачивать. Думаю, всем рыболовам знакомо это ощущение, когда в конце трудовой рыбалки присутствует сильная усталость. А еще нужно долго возиться с лодкой, чтобы ее свернуть. И это весьма неприятно. В случае с данным Покрафтом все намного проще, он сворачивается за каких-то 5 минут, и что немаловажно, этот процесс не является энергозатратным, то есть совсем не напрягает. Накачивается обычным способом, с помощью все того же ножного насоса, но при этом весьма и весьма быстро. По моим наблюдениям, полностью накачать лодку до рабочего состояния получается буквально за 3-4 минуты, и это, на мой взгляд, хороший показатель. Также Покрафт обладает двумя баллонами, как и любая современная лодка, что является положительным моментом в плане безопасности при его эксплуатации. Но здесь есть еще один значимый момент. Дело в том, что Покрафт получил название «Танк» не просто так, а за наличие особо прочной, утолщенной европейской ПВХ ткани. Собственно, из-за прочности, а также надежности Покрафт был назван «Танком». Как мы видим, лодка представляет собой довольно компактное и не очень габаритное изделие. Но при этих небольших размерах обладает хорошей вместительностью. Далее я продемонстрирую в том числе и эти возможности.
А я продолжаю детальный обзор Покрафта под названием «Танк», и у него есть собственные конструктивные особенности, присущие только этой модели. Обращаю ваше внимание на наличие киля или курсового стабилизатора, который отвечает за курсовую устойчивость плавсредства. Он расположен в носовой части Покрафта. Рядом с килем есть герметичная прорезь для установки датчика любого типа эхолота. Этот полезный аксессуар в виде встроенного канала из ПВХ позволяет фиксировать датчик ко дну лодки, что, конечно, удобно. Универсальное надувное сиденье для Покрафта исполнено в форме подковы и оснащается специальными липучками в нижней части для наилучшей фиксации с дном лодки. Столь оригинальная форма предохраняет и способствует быстрому стеканию воды в случае ее попадания на сидушку. Сиденье расположено достаточно низко, лодка очень устойчива и имеет низкий центр тяжести, что придает дополнительный комфорт рыбаку, обеспечивая удобную мягкую посадку в лодке. Для большего удобства при переносе лодки в накачанном состоянии на ней установлены специальные лямки в носовой и тыльной части. Трубки держателей спиннинга фиксируются в специальные мягкие карманы в носовой части Покрафта. Таким образом, появляется возможность пользоваться в процессе рыбалки сразу несколькими настроенными для ловли спиннингами. Причем без риска прокола ткани ПВХ, а крючки небрежно брошенные в лодке приманки. Спиннинг, расположенный в трубке, будет всегда под рукой и позволяет экономить полезное пространство в лодке. Здесь же на носу есть специальные лямки для фиксации дополнительного груза к лодке с помощью шнура. Как я уже отмечал ранее, Покрафт оснащается универсальным веслом-трансформер, который позволяет адаптироваться под разные условия гребли. Дюралюминиевое весло состоит из 4 элементов и легко собирается в байдарочное. По необходимости может быть трансформировано в вариант распашного весла, что в определенных условиях будет более рекомендовано к применению. В самих веслах есть специальное отверстие для фиксации их в уключины. В моментах применения весла байдарочного типа для его надежного удержания в лодке используется держатель весла на сверхпрочной резинке. Вместе с обзором на лодку Fish Покрафт, на мой взгляд, заслуживает более детальной демонстрации весьма полезный аксессуар под названием «Каякарь». Он представляет собой прочный и герметичный мешок из ПВХ, который применим в качестве гермосумки для вещей, ведра для переноса воды или якоря для лодки. Если рассматривать каякарь как гермосумку, то он является весьма компактным изделием. Вместе с этим в него можно уложить довольно много необходимых вещей или одежду. А после укладки она прекрасно фиксируется специальным замком, что предохранит содержимое сумки от намокания в процессе рыбалки. Данная сумка располагается в лодке и не занимает много места. То есть с помощью такой вот импровизированной сумки у рыболова всегда будут под рукой все необходимые вещи и аксессуары. В том случае, если применять каякарь в качестве насыпного якоря, то с помощью обычного весла можно уложить в него песок или грунт. Таким образом, мы за весьма короткий срок получаем полноценный якорь для удержания лодки на течении, который стыкуется с плавсредством с помощью прочной веревки за два кольца, установленных на нем. Наполнение якоря возможно до 5 кг, а по завершении эксплуатации песок высыпаем из якоря и компактно укладываем в сумку. Последним аксессуаром, который мы детально рассмотрим в этом обзоре, будет вместительная гермосумка, которая поставляется в комплекте с Fish Покрафт. Сумка сшита из прочной ПВХ ткани. Объем сумки порядка 40 литров, что позволяет уложить в нее весьма много необходимых вещей и принадлежностей. На сумке есть предохранительные замки для фиксации содержимого, а также предохранение от попадания воды внутрь, что важно в процессе рыбалки. Замки изготовлены из пластика, они быстро застегивают горловину сумки, оставляя вещи в сухости, даже несмотря на сильный дождь.
Есть две лямки для наиболее удобного переноса ее до места ловли. При этом сумка может использоваться для разных задач отдельно от лодки. Гермосумка надежно крепится поверх покрафта с помощью все тех же замков, расширяя возможности применения полезного пространства. Здесь достаточно пристегнуть сумку с обоих бортов за лодочный леер. Причем под сумкой остается еще довольно много места, в котором можно расположить небольшой рюкзак или среднюю сумку, и это будет очень практично. Вот так, шаг за шагом, мы не только детально рассмотрели фишпакрафт, но и подготовили его к рыбной ловле. Обратите внимание, что все комплектующие и аксессуары надежно зафиксированы в лодке, и это очень удобно. Закрепив все необходимые вещи и уложив собранную лодку леером на плечо, появляется возможность самостоятельно, без чьей-либо помощи, нести лодку до нужного места. Так как вес лодки небольшой, то это удается довольно легко сделать и пронести ее на весьма дальнее расстояние. На этом данный обзор подошел к концу, но я с вами не прощаюсь и в следующем видео буду детально тестировать фишпакрафт непосредственно в водоеме. Мы рассмотрим все возможности покрафта под названием танк в реальных условиях открытой воды, в частности с уклоном на рыбалку. Всего вам доброго и до новых встреч!